Здравствуйте, с вами Сергей Корнилов. Мы рады сообщить вам, что в период с 29 ноября по 5 декабря чудесный семимерный звездный мир Антарес соединится с нашим Солнцем, чтобы открыть врата галактической памяти через этот мощный звездный портал. Звездный мир Антарес представляет собой место обитания звездной расы ангелов и хранилище галактических хроник Акаши. Все воспоминания записаны в этом коллективном поле памяти в формате очень мощных и уникальных звуков. Учение о звездных расах пришло к нам из этого невероятного, прекрасного звездного пространства. И поэтому наше сердце очень трепетно относится к этой части звездного неба. Работа ангельского сообщества Антареса заключается в том, чтобы заботиться о сохранности всех рожденных в этом звездном пространстве световых яиц. Здесь имеется в виду все творения, исходящие из волн идей вселенского разума, и об охране всех предпринятых шагов божественного плана, ведущих к космическим воспоминаниям, и в том, чтобы записывать все эти события в книгу жизни, которая хранится в этом месте и которую можно было бы рассматривать в качестве базы данных галактической библиотеки, состоящей из голографических, световых и звуковых кодов. Так что каждая идея, когда-то возникшая в божественном разуме, которую он жаждал реализовать, всегда регистрируется в хрониках Акаши Антареса. А затем детально записывается информация о том, в какой степени были реализованы эти концепции, как они были завершены и соответствовал ли способ их реализации предназначенным изначально целям и мечтам. Таким образом, в некотором смысле, мы могли бы также сказать, используя при этом простую метафору, что они являются ангельскими книжниками, хотя было бы гораздо более выразительным сказать, что они являются хранителями памяти и теми, кто напоминает нам о содеянном в прошлом. Ангелы являются хранителями коллективной галактической памяти, и на самом деле Антарес – это еще и проекция божественной памяти. Из книги авторов «Звездные расы. Духовные семьи», страница 134, книга на английском языке. В эти дни от этой звезды приходят послания, чтобы благодаря памяти, хранящейся в ее пространствах, мы вновь начали вспоминать. Она передает нам некоторые из наших земных или даже галактических опытов, в которых мы сейчас нуждаемся для того, чтобы все более и более четко соединиться с нашей божественной судьбой и для выполнения задач, данных нам для претворения выбранной нами судьбы в реальность. И не только в течение следующего года, а также коллективно, как единое, многочисленное человеческое сообщество на этой планете. Кроме того, как мы уже отмечали вчера, заземление божественного плана на ближайший период и следующий год происходит сейчас, и в эти дни мы можем понять какие-то важные моменты, которые ожидают нас впереди. Нам хочется пожелать вам красивых грез и раскрытия тайн, содержащихся в этой памяти. Намасте. Беатрис Цезель и Аника Гришко. Перевод Лариса Пантелеева.